В 2011 году я в Баффало был. Многих игроков знаю. Так что контакт налажен. Да что там говорить? Я в 2004 году самому Марио Лемье руку жал. А, про Баффало я уже рассказывал. А, хотите фотографию сейчас покажу? У меня тут в телефоне. Что за дела? А, нет, да не надо так со мной. Да вы сами успокойтесь, а! Ребят, ну что за дела, а? Ну довели. Довели! Я специально отпросился. Пораньше взял билет на самолет. Так, договорились в 4. В 4 я был здесь. Время уже 7 вечера, а? А вы, молодой человек, извините. Руками меня не трогайте. Да ради бога. Это непрофессионально. Понятно? Это непрофессионально. И вы тоже это понимаете. Да мы не против, мужчина. Присаживайтесь. А вы извините, мы вам перезвоним. Ну, вы меня извините, ради бога. Я пошумел здесь немножечко. Да, ладно. Можем начинать, да? Да, конечно. Пожалуйста, расскажите о вашем опыте. Вы работали в хоккее? Да, да. Хоккей... менеджер, ген-менеджер. Да, работаю много, прям, я бы даже сказал, катастрофически много работаю. Извините, просто мне ваше лицо как-то незнакомо. Нет, ну это естественно, потому что в основном я работаю за границей, понимаете, НХЛ, все дела, в общем. А в каких клубах? А сколько сейчас в НХЛ клубов? Ну, 32. Вот в 28 работаю. Да, да, в 28 точно работаю. Да, Кузьменко, например, в этом году в Ванкувер привозил. Сами видите, как он играет теперь. Ген-менеджером сборной меня звали, но я тогда не смог. Финнов как раз в то время консультировал, а наши Илюху взяли, ну... Сами видите, каков результат Олимпиады. Стажировку недавно проходил с Джо Сакиком. О, вы стажировались у Сакика? Ну, не я, он у меня стажировался, понимаете. На самом деле, ну, смотрю, парень-то талантливый. А может, чего и выйдет из него. А, вот, кстати, смотрите, в кармане завалялся список потенциальных новичков СКА на следующий сезон. Вместе с Романом Борисовичем составляли. Погодите, это же состав Сочи, только этого сезона. А что, как-то вышло случайно, что ли? О, МакДэвид звонит. Ну, вы ответьте, без проблем. Да нет, нет, надо будет, сам перезвонит. Ничего страшного. Вы уж меня простите, ради бога. Да нет, то мы, наверное, должны у вас как-то просить прощения. Да нет, нет, я все прекрасно понимаю. Ну что, в самом деле, все хорошо же, все замечательно. Просто смотрите, ага. Возникает проблема. Ага. Мы не можем себе позволить человека такого калибра. Нам нужен кто-то попроще, что ли. Поэтому извините, нет. Да я в жизни ген-менеджером не работал и менеджером никогда не работал. Играю на своем старом Xbox'е сраном в NHL 13, чтобы хоть как-то немножечко разобраться в хоккеистах. Понимаешь, да у меня дыры в карману. Я мать родную скинул. Она в Барнауле живет, у нее бешеный роуминг. А, господи, в коем веке один раз в жизни решил вас обмануть, Геннадий. Понесло. Ой, блядь. Ой, проклятие на мне какое, проклятие. Слушай сюда. Ты говоришь, тебе нужен кто попроще, да? Да у меня полная записная книжка этих простых менеджеров. Да если я их сюда приведу, да они весь твой клуб слезами зальют. Они же как котята беспомощные. А что нам что нужно? А лишь бы нам дали какую-нибудь маленькую работеночку. А, в хоккее. Ну там лед сверлить этот для ворот. Или пиво сраное эти в одноразовые стаканчики разливать. И вот получат они эту работенку. Могут себе хлебушка купить, молочка, покушают. А потом нас заметят, да?
Предложат еще какую-нибудь работенку. Будем на входе отрывать билеты или водить автобус командный. Тогда уже можно будет и копить потихоньку. Купить себе костюм оверсайз из фэншопа. А потом тебя в Чехию пригласят. Потом в Словакию, а возможно за океан. И все. И тебя заметят, твою работу заметят. И ты еще... Вот что такое надежда, понимаешь? Тебе нужен простой. Ну вот он, я простой. Куда проще-то еще, а? Так, спасибо, тогда мы вам перезвоним. Да, позвоните вы! До сих пор вон с Гурана звонят. Да, что за день? Можно? Да, проходите, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите о вашем опыте работы. С чего бы начать? Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.